Теперь пустующие холмы на окраине села Мурасли Элекского района превратятся в цветущий сад. Здесь на площади 100 гектаров высажено 26 200 саженцев миндаля. Участок будет передан Айлюкмету. В будущем земли с плодовыми деревьями получат семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Азыр ушел, биздин именно Мурасайлы бадамга. Благо, в нашем селе есть подходящие условия для выращивания миндаля. В планах выделить одной семье по 50 соток. По расчетам, они смогут зарабатывать до 1 000 000 сомов в год. Сегодня килограмм миндаля сорта Акбар-Кагаз стоит порядка 7-8 долларов. Даже если они соберут хотя бы 1 тонну с 50 соток, они смогут заработать не менее 500 000 сомов. По предварительным оценкам специалистов, реализация проекта позволит вывести из бедности около 200 семей. Бадамны мекени шол Мурас айлы да, мурда маргында чойда. Сегодня нам повезло. Освоено 100 гектаров земли. Посадили саженцы миндаля. Наша деревня, можно сказать, является родиной миндаля. В каждом дворе есть как минимум 15 деревьев. Теперь еще и на 100 гектаров высадили деревья, которые уже через 3-4 года начнут давать плоды. По словам сельчан, миндаль – неприхотливое дерево. Главное – в разгар лета вовремя поливать. В рамках проекта рассматривается и проведение системы капельного орошения сада. Мы планируем протянуть около 2 километров труб. Вода будет поступать из скважин, а также путем капельного орошения. Ранее на этом участке пасли скот, а теперь он превратится в цветущий сад. Решение приняли после того, как специалисты изучили местность. Проект, оцененный в 44 миллиона сомов, реализуется в рамках национальной компании «Джашыл Мурас» при непосредственном участии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также при участии благотворительного фонда «Агат Нур». Айткым келет, дагы эле ушу «Джашыл Мурас» 30-нчы жылга чейин программа, ар бир айыл өкмөттө ушундай мөмөчөлүш. «Джашыл Мурас» продлится до 2030 года. В рамках этого такие фруктовые сады будут высажены в каждом регионе страны. Для этого министерство привлекает международных доноров. Мы запрашиваем 6 миллиардов долларов до 2030 года. Кыргызстан вошел в программу ООН. Жакынкы 5 жылдан 7 жылга чейин ушулай толук алдыңкы айыл болуп чыгат. В рамках национальной компании «Джашыл Мурас» в прошлом году был реализован аналогичный проект по посадке фруктовых деревьев в селе Кулунду Баткенской области и в Тюбском районе Иссык-Кульской области. Улан Касенов, Нуркыс Абдрахманова, Бахтыбек Нышамбайулу, Алатау 24, Баткенская область.